Приближается памятная и скорбная дата нашей истории – 22 июня. Именно в этот день, в 1941 году, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. За почти 4 года, что длилась Великая Отечественная война, погибло более 27 миллионов человек. В Краевую книгу памяти внесены имена около полумиллиона наших земляков. 22 июня во Всероссийский день памяти и скорби в сквере памяти у Вечного огня состоится ежегодная молодежная патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Присоединиться к участникам акции может любой желающий. Начало митинга в 4 часа утра. В 10 часов утра наш край в память о погибших в годы Великой Отечественной войны погрузится в тишину. В это время начнется всекубанская минута молчания. По всей Кубани будет остановлено движение транспорта, приостановит работу предприятия, а в храмах зазвучит колокольный звон, как символ памяти и скорби о павших. Если вам дороги те, кто отдал свою жизнь ради будущих поколений, склоните на минуту голову в память об их бессмертном подвиге.